Предлагаю вам ритуал мощного вызова партнера. Для этого вам понадобится свеча, фотография и своей рукой написанный заговор, который вы будете читать 9 раз. Зажигаем свечу, за ней ставим фотографию, смотрим в глаза партнеру, которого хотим вызвать, и читаем 9 раз следующий заговор. 4 брата, 4 ветра, летите и разыщите мне, имя называете, хватайте его ловчей, держите его крепчей, пусть он душою мается, в мою сторону бросается, тоскует обо мне, как плачет мать по дитяти, кобыла по жеребяти, овца кричит по ягняти, дым рядом с огнем, копыта вместе с конем, земля у воды, тоска у беды. Пойдите вы, братья, на кладбище, там мертвые спят, гробы покойников сторожат. Плакали по ним люди, страдали, покоя на сердце не знали. Пусть, имя называете, скучает также по мне, по слову моему явится. У моих ног останется ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. Данный ритуал можно повторять каждые 3 дня, независимо от фазы Луны. Если вы решите читать заговор в окно или на перекрестке, это также будет хорошей идеей. Ритуал выполняется на личной силе, поэтому откуп не требуется. Предлагаю вам ритуал мощного вызова партнера.